Всем привет! С вами Шелдер Зеро, и это Кармагеддон. Сегодня у нас прибрежная резня. Что я прокачал броню? Я вообще даже без автоматической прокачки я всегда прокачиваю по очереди. Потому что... Ну, мне не броню прокачали, мне мощность прокачали. Ну ладно. Это тоже нужно, если я хочу в гонке победить именно. Можно я там время... Так, кстати, секунду, давайте я Wi-Fi выключу. А то во время записи с Wi-Fi может часто подлагивать. О, неплохо я, кстати, в него впиздился. Пожалуйста, перелети, красав. До свидания. У нас два круга, 6 чекпоинтов. Извиняюсь. На самом деле, мне похуй на вас. Йо. Сейчас будет жестко. Маловато разогнался, не получится. О, нет, получилось, ничего себе. Смотри-ка. Сори, братаны. 5 минут набрали. Точнее, набрали 2. Да что за подлагивание? Ладно, потом сделаю монтаж. Не будет. Ехай, 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 братан. Ехай так, когда никогда, как никогда не ехал. Сейчас будет резкий поворот. Что мне тут жопой своей крутишь? Я его сплющил. Еще один. Сука. Доживите, я вас пощадю. Времени все равно пока достаточно. Будет выходить не одно видео в день. Потому что это как-то уж слишком мало. То, что я по одной гонке прохожу, они хоть и, в принципе, не такие уж и короткие выходят. Пока что только короткие такие. Да потом... Правда, потом я, наверное, на разрушение, поэтому потом, может быть, не по одной. По 2, по 3. Короче, будем смотреть. Я не понимаю, как вот этому конченому залететь. Блять. Вообще неповоротливое ведро. О, здравствуйте. Какого это он тут делает? Тебе, мужик, повезло. Пока корова. О, этот даун. Ух, мотор уже немного покоцался. Но я думаю, что ничего страшного. Надеюсь. А вот сейчас хер долетим. О, пацаны. Можно я вас тут по это вот? Чуть-чуть. О, мужик. Пипец.
Да я упал просто чуть-чуть вниз, а у меня там, оказывается, все не очень хорошо сейчас с машиной. Получи по морде. Уже еле едет, надо его добить. Все, до свидания. Кстати, у меня водяное дыхание. Зачем оно? Точнее, не дыхание, а улучшение. Машина под водой ехает быстро. Как обычно. А не еле плетет. Хотя тут вообще под водой не надо плавать, ну, ездить. Хотя на мосту, возможно, там можно упасть. Вот сейчас 100% не перееду. Опа. Я надеюсь, я упал на той стороне, что я ничего не понимаю. Где я? Я сюда не падал. Ехай, ехай, ехай. Так давай на карте посмотрю. А, все правильно сейчас будет. Блин. О, все. Во. Поехали. Долбанавт. Скорость немного уменьшилась, потому что мотор немножко уже подгулявший. Мотор курильщика. Что ты орёшь? Не ори. Почти приехали. Терпи. Все, финиш. Вот так. А я вот. Гонка. Интересная карта. Мне она понравилась больше, чем первая. Нет, спасибо. Ну что ж, дальше у нас Мороз и Солнце. В следующей серии. Там уже будет интересно, я думаю. Уже по названию и по картинке. Ну, вы ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем всего хорошего. Пока-пока.